Конечно, если тебе платят. Да, хорошая, четкая передача. Да, поздравили все ребята, тренерский штаб, на теории еще пообщались. А что за подарунки были? Ну, девушка подарила там курточку, родители духи, так. Все, пока, пока все. Ну, мы летим за 2 дня до игры, поэтому успеем подготовиться к игре уже там, войти в этот режим, поэтому я думаю, все будет нормально. Ну, состояние отличное, все хорошо, готовимся с хорошим настроением, с полной концентрацией на Сербии. А что вы отпрацьовывали під час цих найближчих днів? Ну, работали над обороной, работали над атакой, над нашими тактическими схемами, и все хорошо.